Кишиневский «Зимбр» готовится к участию в Лиге чемпионов. Юношеская команда «Желто-зеленых» до 19 лет сыграет в квалификационном раунде турнира с чешской командой «Пшибрам». Первый матч пройдет 30 сентября в Чехии, ответный 21 октября в Кишиневе. В прошлом сезоне команда «Зимбру» стала чемпионом Молдовы среди юношей до 19 лет и получила право представлять нашу страну в Лиге чемпионов. Жеребьевка выбрала в соперники желто-зеленым чешскую команду «Пшибрам». «Зимбру» повезло. Среди потенциальных соперников значились намного более именитые клубы, среди которых «Аякс» и «Шальки». Большинство игроков желто-зеленых уже выступают в «Зимбру-2» в дивизии А. Не думаю, что кто-то выше нас на голову или две. В этом возрасте очень важно быть уверенным в себе. Мы над этим очень много работаем. Для большинства участие в таком турнире будет впервые и, возможно, не дай бог, последний раз. Поэтому я хотел бы, чтобы мы как можно дольше задержались в этом турнире. Я немного знаю о чемпионате Чехии, мне трудно судить об уровне соперника. Но это все же хороший вариант. Думаю, что с «Аяксом» было бы намного труднее, чем с «Пшибрамом». Юные футболисты надеются, что хорошее выступление в Лиге чемпионов поможет им заявить о себе на международной арене. Этот турнир дает нам возможность проявить себя. Не думаю, что на таких турнирах не бывают селекционеры из разных футбольных школ. На таких соревнованиях надо показать максимум своих возможностей. В случае победы над чешской командой «Зимбру» сыграет во втором квалификационном раунде с победителем пары «Минск» «Витор-Л» Констанца. Первый матч между «Зимбру» и «Пшибрамом» пройдет 30 сентября в Чехии, ответный 21 октября в Кишиневе. Большую часть расходов на участие в этом турнире берет на себя УЕФА.